Хозяйка. Всем привет, меня зовут Вика, и перед началом видео обязательно подпишись на мой канал, ведь наступил Новый год, это время новых возможностей, свершения целей, всего очень крутого. И да, у меня теперь появилась своя официальная группа, так что обязательно после просмотра моего видео переходи по ссылке в описании, вступай туда, там будет много всего крутого, фотоподборки, опросы, также конкурсы, да, халява по ссылочке. Нам. А в этом видео будет челлендж. Я челленджи не снимала приблизительно год. И я решила, что 2017 год нужно начать с веселья и позитива, так что да. И этот челлендж называется «Две правды, одна ложь». Он сейчас популярен на YouTube. И это видео я снимаю не одна, со своей лучшей подругой Таней. Привет. И суть этого челленджа в том, что я называю три предложения, три ситуации, из которых будет две правды и одна ложь. И мой оппонент должен понять, что из этих трех предложений было ложью. Я надеюсь, я объяснила это понятно, так что начнем. Итак, начнем, наверное, с меня, потому что я так решила. Да. Да. Когда я была мелкой, я поломала руку, я не смотрела ни одного фильма Marvel, и на танго я пошла в октябре этого, точнее, прошлого 16-го года. Так, сейчас, секунду. Первое, скорее всего. Второе. Я помню. Что ты помнишь? Я помню, что ты не смотрела фильмы. Это правильно, пожалуйста. Пусть это будет ложь. Да, я до этого, правда, не смотрела ни одного фильма Marvel, но в осенью я посмотрела «Доктора Стрэнджа». Это фильм Marvel, да. Мой натуральный цвет волос светло-русый. Потом я знаю наизусть номер твоего телефона. И в детстве ты часто на меня обижалась. Твой цвет волос светло-русый, это я знаю. Хотя ты убеждаешь, что он... Короче, опустим эту подробность. Я ведь тебя все равно блондинка назвала. Да. В детстве я на тебя часто обижалась. Ты не знаешь моего номера телефона? В смысле? Я знаю твой номер телефона. В смысле? Я на тебя сейчас обижалась в детстве. Так, вообще-то, я тебя обижала, из-за этого ты обижалась. Но в основном обижалась я, из-за этого ты обижалась. Я обижалась. Но ты меня обижала. Обижалась я и уходила. Вот. И ты потом как бы не обижалась, а расстраивалась. Не обижалась. А я откуда знаю, что ты обижалась? Обижалась. Я обижалась. Итак, какой счет? 2-0. Я всегда была отличницей. В садике, когда у нас был утренник, я была белочкой, и перед самым началом выступления я просрала. Не просто потеряла, а просрала свою маску белочки. И на празднике была как лошара. Угу. Да. И когда мне скучно или грустно, я надеваю корону с мисс Весны и хожу по ней по квартире, там смотрю в зеркало, и мне становится легче. Сложно. Так, про корону. Ты рассказывала, ты ходишь. Я не рассказывала. Ты рассказывала? Не рассказывала. Ты говорила, что ты ходишь в король? Не рассказывала. Ну, я видела, как ты ходишь в король. Ты не рассказывала. Я знаю. Потом. Второе? Что второе? Ну, просали. А, нет, так и было. Я просто взяла и просрала маску белочки. И все таки были в костюмчиках красивые. И тут я такая, ага, без маски. Ты не была отличницей? Да, я была отличницей всю младшую школу. Потом в 5-6 классе у меня были семерки для отличницы, просто капец, по физкультуре, самому важному предмету, и по природе. Определенно важному. Да. Слишком важным. А потом что-то как-то пошло, и вроде иду. Смотри, у нас есть с тобой одинаковые футболки. Так, что там? Розы, мои любимые цветы. И кукуруза, лучше горох. Так. Начнем с самого простого. Я знаю, что ты не любишь горох, следовательно, кукуруза лучше гороха. В оливье его странно. Ты не ела у меня в оливье горох, ты его повыбирала. Теперь я его ем. Падла. Да. Так, что там еще было? Розы, мои любимые цветы, у нас одинаковые футболки. У нас одинаковые футболки, да ладно? Да ладно? Следовательно, розы твои эти, не самые любимые. Розы мои самые любимые цветы. Розы твои самые любимые. Я сижу на всех шпагатах, кроме поперечного. Mm-hmm. Первая моя фотосессия была в августе 2015 года. Mm-hmm. И я прочитала все книги Гарри Поттера. Второе она была на любимого. Фотосессия у меня была в августе 2015. В смысле? Ты Гарри Поттера? Ты говорила, ты все прочитала. Я не все прочитала. Как? Я прочитала книги три. Это нечестно, мне ты говорила, что все это прочитала. Это пранк, бро, был. Хорошо. Я из-за тебя все части прочитала. Отлично.
Так, первое, значит. Я люблю носить платье, обожаю. Потом, я не умею плавать, и я очень люблю в свободное время сидеть на подоконнике, читать и слушать музыку. Так, плаваешь ты как хорек, Галима. Да. Про подоконник ты мне что-то втирала, что ты любишь там читать, слушать, что-то помнишь, такое. Приятно. Значит, ну, я и так знаю, что платье носить не любишь, потому что я их ношу, а ты не носишь. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да. В общем, я выиграла. 4-2. 4-2. Победа. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, какое видео ты ждешь от меня следующим. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!